бы посоветовал тем людям, которые приезжают в Одессу, сходить на море. Наверное, сегодня этим и займусь. Увидите человека с бейджиком, бегите от него, поверьте мне. Не экономьте на еде, жилье и выпивке, и женщинах. Просто бросьте монетку в море, чтобы вернуться сюда еще раз. Просто кайфуйте каждую минуту нахождения в Южной Пальмире. Именно в Одессе. Да. Приезжайте в Днепр. Классно побыть на морвокзале, в морпорте, или морпорт, короче, неважно, морпорту. Короче, в общем, надо побыть на морвокзале, там очень красиво. Сразу придумайте причину, почему вы едете в Одессу для своего директора на работе. Можете сразу брать вот такие замечательные карты, покупать, пожалуйста. У меня есть с собой еще. If they're going there in the winter like we did, probably the hotel. And then maybe a few pharmacies. Есть заведение хорошее. Нам нравится заведение, называется этот, буфет. Да, там есть полупорции, очень вкусно и вообще недорого, и так атмосферно. И вообще... Это если это какое-то домашнее заведение. А вчера мы были в очень пафосном заведении, мне стало немножко страшно. Там был сомелье. Да, представляете, сомелье рассказывал, с каким вино, с фуагра, какое... Там есть сыр, а мы уже весь сыр съели. Устрицы. Дайте нам пюре. Смотрите полностью Одессу всю. Фотографируйтесь голыми у моря. Это круто. Сходить к морю, ну, потому что море это очень красиво, у тебя в городе же нет моря, поэтому у тебя только есть речка, поэтому сходи, пожалуйста, к морю. До памятника Дюку сходите и подивитись на море вночі, бо вночі страшно. Головне сюди приїхати, все, в принципі, тут все станеться само собою. От в Аркаді сходіть, да, і все. Обов'язково должен приїхати і покормити чайок, тому що чайки – це наше все. Сфоткатися з Ханумаком, скоріше всього. Желательно не заболеть грипом. Сходіть на Аркадію і сходіть на фестиваль Ліги Сміха. Звісно ж, треба піти на Лігу Сміха, яка буде проходити в драмтеатрі, і отримати хороше настроєння.